Ну что ж, дамы и господа, всем привет! Вы на канале Большого Ди. Да-да, давненько не было видео, очень давненько. Я немножко простывший, извиняюсь за голос. Мы находимся на рыбалке. Долго ехали, долго выбирали место. Добрались, расположились. Все шикарно. Парни позади меня. Леха, Макс, дядя Андрей. Там наверху можете видеть Volkswagen, Делика, шатер. Серега, Жека. Неизменно. Как обычно, минут, наверное, 30, как мы приехали. Грубо где-то так. Закинули. Червячки, все дела. В общем, все как надо. Обещать, как обычно, ничего сверхъестественного не буду. А там как пойдет. Не забудьте подписаться на канал. Написать свой царский комментарий. Поставить палец вверх. Ну, все как обычно, колокольчик, все дела там. Позвонить знакомым, друзьям, сказать, хей, там у Большого Ди видосик вышел. Наконец-то, в кои-то веки. Сожрали все вчера. В общем, дамы и господа, стоим, ловим, так скажем, позавтракали. Есть уже первые уловы, небольшие, но хорошие. Полим? О? Полим или вторая? Че, рыбалка пошла? Нися. Рыба. Короче, дорогие друзья, не успел включить камеру. Первый подлещик. Такой красавец. Смотрите-ка, взял. Крючок достаточно для него хороший. Вот такой вот. Опа, давай. Хорошо взял, а. А, все, достал, спасибо. Вот он, красавец. Отправляем красавца в садок. Теперь самому бы воду не отправить. Шо я вас. Ждем волнительный момент. Кто же там у нас на крючке? Рыба или не рыба? Рыбка. Вот еще одна облачко. Продолжаем рыбачить. Так, что-то какие-то подергивания. А, ребят, с головы снимать очень неудобно. Картинку не видно. Непонятно какой ракурс, что как. О, 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 о. Так, одна, вторая. Какая из? Ну-ка. В общем, кто чем занимается? О. Сережка решил. Или что-то поймал? Нет, там пусто, решил. А, решил поменять, правильно. Макс сидит. Макс, а где поплавочная? А, в сторону убрал. Максим сидит, Андрей. Там у нас Леха. Я говорю, поймал что-то? Да не, говорит, там ничего нету. А там рыба есть. Что это, опять в облачко или плотвичка? Это в облако. Господи, сколько тут в облако? Маленький. Не наш размер. Да, не наш. На большой крючок пошла. Нет, на маленький. На маленький. Облачко. Малыш. Так, а у Лехи, я помню, вот это вот снасть крокодил.
как я ее называю. Дарья, красота, как обычно. Червей потерял, что ли? 937-9992. Найди меня. Свой номер тяжелее запомнить, чем этот. Не, на мое телевидение. Вот так вот отдыхают мужики. Мужской отдых, да. Некоторым это не понять, вот этого кайфа. Кто-то спрашивает, чё вы там на рыбалке сидите? Нифига себе, это что? О, видел такое у ребят с канала «Две хаски». Там коромыслом они пользовались. А три хаски нету? Три хаски? Вон у нас целых шесть хаски. Трихача. Блин, как какая-то болезнь звучит, трихача. Ушел ай вас. Сошла? Нет, есть. Есть. Ну, бля. Да, как всегда. Ну, бля. Ай-яй-яй. Не стрельнул туда. Подлещик. Да, о, подлещик. Серьезно, что? О, Женек прям это, а? В раш вошел. Адреналин раш. Друзья, спасибо Сереге. Он снимает, как мы вытаскиваем. Это я зацепил? Оба-на! Хорошо, за это зацепило. Карасик! Ох. Карасинчик. Вот это... Ваши эмоции, Дмитрий? Ой, неописуемые! И подписчикам говори, блин. Неописуемые эмоции, друзья. Вот что значит, крючочки поменял, но смотрите, так же, как и тот взял. О, вот такой красавец. С ладошечку. Какой-то золотистый, да? Да. Ну, отправляем его в садочек. Какой он сильный. Ушел красавец. Ох, рыбачим. Кто у нас там? Кто у нас у Сереги поймался? Вобла. Вобла. На опарыша спокойно идет 100%. Ништяк. Для засолки самое то. Воблочка. Не, мне по засолочке все-таки чехонь нравится. Чехонь тоже хорошо. На опарыша тоже, кстати, чехонь хорошо идет. Чехонь скоростная. Да чехонь на все идет. Но чехонь больше, она очень хорошо любит прям опарыша. Вот на даре, на опарик она отличная. Не знаю. Это надо на кистах. А вот ты знаешь, мы раньше часто охотились на барсука. Как часто? Постоянно на барсука на дарье были. Вот фонарем, вот идешь по дарье, фонарем вот так, светанешь, глаза аж красные у чехони. И у рыбы не светится так глаза, как чехонь. Ничего себе. Вот так аж берег красный. Ну да, мы помнишь, как на дарье были, ты чехонь за чехонью вытаскивал. Попал, значит, вот прям в их стайку. Вот такие. Я вот таких чехонь. Какие? Отвечаю. Хочешь найду сейчас. Лок, если интернет я есть. Ловил лично. Офигеть. Не, ну вот таких еще ладно, я согласен. Вот такие, вот такие. Чехони, вот на вот кухане, вот так видел, держу, да. Вот такие чехони. Обалдеть. Ну чтоб за килограммчик. Я тебе говорю. Я обалдеть, вот это чехонь. Не, ребят, вы слыхали, да? Это нам надо поймать такую чехонь. Назад, может, да, машину времени надо. Ё-моё. Друзья мои, за камерой я поймал еще одного карасика. По итогу потом вы, естественно, все увидите. Все снимать невозможно. В общем, все-таки удобнее брать с собой небольшой штатив, треногу. Ну и, наверное, Соньку все-таки, чтобы с разных ракурсов. Тем временем, дамы и господа, мы продолжаем свою рыбалочку. Ой, опять вы будете меня ругать. Я поймал еще одного карася, но не показал вам. Неудобно, очень неудобно. Руки грязные, ребята тоже ловят. Не все могут подойти, подснять вовремя. К тому же мы сейчас поймали вообще офигенно с Серегой одновременно двух одинаковых карасей. Да, собственно, это наш лагерь. Можно посмотреть поближе, как обычно, шатер. Как обычно там что-то происходит. Ой, тут повар ругается. Все, не будем мешать. Делика.
И тут супер новое изобретение Евгения Евгеньевича. Вот такая вот горелочка. Алексей, собственно. Вот так вот, ребят, вот это вот природа, мужской отдых. Мужики, если что, всегда выживут, всегда и везде. А это кнопа. Кнопа. И собака. Так, там что-то ловится у кого-то. Там Женя что-то, видимо, у меня поймал. Что, Жек, есть, нету? Ах, собака такая ушла, значит, да? Евгений Евгеньевич, вот он, собственно. Дорогие друзья, не себя, зато пацанов поснимаю. Вот и Сережки очередная поимка. Возможно. Возможно? Пока возможно. Сейчас посмотрим, кого-то поймал. А, ну и такое бывает. Контент тоже своего рода. И такое бывает на рыбалке. Вот так вот, оп, и связались. А мы ждем, как обычно ждем. Проплыла вроде один крючок, ну как один крючок, одну удочку задела, поплыла дальше, вторую задела, но толку нету. Ну самое главное, отдых идет, природа, хорошо, тепло, на удивление тепло. Но это днем. Ночью мы еще будем спать, самое главное не замерзнуть. Ну вроде все теплое с собой взяли, тепло одеты, так что все будет хорошо. Ребят, поймал в общем вот такого малыша. Карасяндрик. Соединились там еще с соседом по удочке. Ну, в общем, я думаю, мы его отпустим. Пусть он зовет там родителей, папу, маму, брата, акробата. А сам идет в бой. Карасик, друзья мои, не знаю, что там было видно, камера снимала на ваших глазах, вот такой карасяндрик. А до этого подлечь был, не успел подснять, потому что вторая удочка начала клевать. Запись идет, нет? Нет. Дамы и господа, вот такого вот подлечка вытащил. Вот он, красавец, на крокодила, так сказать, пошел. А, ништяк, ловим, рыбачим. Рыбка есть, в кое-веки-то в видео есть рыба. Давай. Что там за монстр? О, карасик, монстрела. Карась. Время уже обеденное, обед готов. Мы собираемся идти кушать, ну и также не забываем рыбачить. Так, ребят, в общем, мы покушали, начали снова рыбачить, и вот тут у Жени что-то интересное. Сазанчелла. Да? Красавец какой. Забагренный, да, сазан забагренный. Кабанчик. Обалдеть. Ну что, Евгений, ощущения? Я даже не успел понять. Что это было, да? Ну, такой быстрый. Все, остаемся. Хорошенький. Сазанчелло. Я все собрал, что ли, удочки? Ну, судя по всему, да. Вот она наша. Рыбка. А, подлещ какой. Дамы и господа. Опа. Красавец. Так, там солнышко. Как всегда, Серега выручает. Вот такой подлещик, друзья. Красивенький, с ладошечку. Ну ничего, пойдет. В общем, друзья, времени уже 20 минут 7. После ужина, по-моему, было еще пару поклевок. И пока у меня как минимум тишина. Вода прибыла, видимо, открыли шлюзы.
грязненькая, штиль какой-то стоит непонятный. Да и я уже сутки не спал. Давайте сейчас перезакинем. Кнопа. Ну и я думаю, потом можно собрать удочки. В общем, время совсем уже близится к вечеру. Вот я вам снимаю красивый закат. Вот они удочки. Минут 5 назад вытащил еще одного карасика. 5 минут назад, да. Из-за того, что пустили в воду, клев стал реже в 10 раз. В общем, настроение супер, рыбалочка удалась, просто классно, не знаю, будет ли дальше какое-нибудь продолжение. В общем, дорогие друзья, рыбалочка удалась, все просто хорошо, просто супер. Порыбачили, отдохнули, ну уже нужно было, просто нужен был такой мужской отдых. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, пишите свои комментарии, нажимайте в колокольчик, ну в общем, все по старинке. По возможности будем выезжать куда-то, что-то... Потому что у меня есть веские причины, почему я долго не снимал видео, ничего не закидывал. Рассказывать, я думаю, не буду. Близкие знают. На остальных я надеюсь на понимание. Ну, кто не поймет, тот не поймет. Ладно. В общем, как-то так. Вот такой немного. Вот. Ну, сколько здесь? Так, на скидку. Килограмма полтора максимум, два. Потолок больше нет. Короче, чисто отдохнули и хорошо. Ну, там поболяк они. Один сазанчик. Да, там один сазанчик. Полкило.